Дорогие друзья, понятно, год только начинается, но есть повод подвести итоги наши с вами, потому что речь идет о паблике сторонников. За прошедший год в него обратилось около 30 тысяч человек. Для меня это возможность напрямую с вами разговаривать, обсуждать проблемы, ну и, конечно, участвовать в решении вопросов, которые вы обозначаете, оказывать помощь людям. Кстати говоря, об этом хочу подчеркнуть. Через паблик приходит обращение больше, чем обращаются непосредственно в общественную приемную. Там тоже много обращений, и люди сами приходят самостоятельно для того, чтобы обсудить проблемы. Но через паблик у нас идет значительно больше количество обращений. Для меня это очень важный канал обратной связи и информации. Поэтому я надеюсь, что мы с вами будем поддерживать и обсуждать вопросы в рамках паблика сторонников так же эффективно, как за прошедшее время. В общем-то, наш паблик молодой, ему всего лишь один год. Но вот, насколько я вижу, очень большая польза от того, что такой проект был реализован, и это ваша заслуга, идея и поддержание паблика. Все это делается руками сторонников, и вы живете этим. Я со своей стороны помогаю и делаю все возможное, что от меня зависит, для того, чтобы информация своевременно была предоставлена, ну и, конечно, обращения рассмотренные, с которыми вы выходите в паблик. Удачи, хорошего настроения. И еще раз хочу высказать слова признательности, благодарности тем, кто подписался на этот паблик.